Вітаю в ефірі «Тема дня» і в гостях у нас сьогодні голова Приморської райадміністрації Марат Корольов. Марат, я вас вітаю. Вітаю. І в Одесі розпочався майже місяць тому опалювальний період. І мені здається, найважче він розпочався саме в Приморському районі. Я розумію, що це питання більш тепломереж, але це також питання Приморського району. Що буде? Взагалі, якою буде зима для Приморського району? Вы абсолютно правы. Конечно, наши коллеги, специалисты из теплосетей, из ТГО работают практически круглые сутки, и наши коллеги из департамента городского хозяйства, которые абсолютно точно так же в сфере жилищно-коммунального хозяйства подключают каждый дом к теплу. По объективным причинам, из-за аварийных ситуаций, к сожалению, одесситы не все получили тепло. Почему я говорю не все? Потому что некоторые дома были включены вовремя, но порывы, если говорить профессиональным языком, были на некоторых участках теплотрассы. И, конечно, из-за срочных аварийных работ вынуждены были отключить некоторые дома, а иногда даже некоторые кварталы. І, на жаль, я розумію, що ця ситуація, ну ніхто не може гарантувати взагалі, що взимку все буде добре. Прогарантувати стан взагалі тепломереж в центрі міста. І я вам даже розкрою такий небольшой секрет, ну секрет он, наверное, только для тех, кто никогда не пользовался теплом, я имею в виду ТЭЦ, да, у которого сразу изначально были АГВ установлены в квартирах. Мы когда впервые начали заниматься этим вопросом в сфере Приморского района, мы поняли, что просто всегда, каждый год делали какие-то такие, знаете, как мы говорили, ямочный ремонт. Шматочки, да, такие. В участках теплотрасс. И когда мэр города Геннадий Леонидович принял решение, что будет капитальный ремонт и замена не просто каких-то маленьких таких узлов, а километров теплотрасс, мы увидели качественный результат. Районная администрация находится на пересечении улиц Сигетской, Канатной. И это також, это дуже довго, и там шли проспект Гагарина, роботи, конечно. И вы руками помните все прекрасно, что улица Сигетская, это всегда был такой эпицентр предвкушения отопительного сезона. Потому что перед каждым отопительным сезоном разрывали улицу Сигетскую, меняли какие-то участки. А потом под час отопительного периода також. Но в тот момент, когда капитально заменили весь участок этой теплотрассы, заменили узел, который соединяет несколько участков теплотрассы, мы увидели результат, что ни один год после капитального ремонта не раскапывали, укапывали, утрамбовывали эти участки дороги. Это нам показывает следующее. Конечно, наши попередники, як то кажуть, им было комфортнее, удобнее, наверное, ну, так логично для команды попередников делать такие работы. Городская власть сегодня делает все возможное, чтобы к таким работам не возвращаться десятилетиями. Ну, зараз це вже, мені здається, і неможливо, бо там, де вони розкопують, вони щось ремонтують, наступний участок, він також вже руйнується. Я вам даже він скажу, розсиплюється в них в руках. Що саме сложність в следующем. Даже не имея технического состояния, вспомнить уроки физики в школе, что если давление подается в сегодня новом участке теплотрассы, новые трубы выдерживают это давление. А старые трубы, конечно, не выдерживают. И даже если мы поменяем какой-то маленький участок, и на этом участке давление будет то, которое сегодня дает нам возможность поднять теплоноситель до верхних этажей, нам говорит о том, что где слабо, там будет и порыв. Зрозуміло, зараз зима, зараз никто не будет робити капитальные ремонты, так? Конечно, вы полностью правы. Мы надеемся, что никаких аварийных ситуаций не будет. Единственное, что мы можем делать в отопительный сезон, это аварийный ремонт теплотрасс. Но все, что нужно было сделать в этом году по капитальному ремонту, это улица Канатная, которая в этом году капитально была сделана, мы понимали, что да, и гости нашего города, одесситы, чувствовали какое-то неудобство из-за перекрытия нескольких дорог, но
опять же, поменяли огромный такой путепровод теплоносителя, и мы понимаем, что на этом участке все будет нормально. Ну, а пока я так понимаю, что все ж таки погода вам в допомогу, бо все може бути, так? Може бути, звісно. Ну, і от зараз другий такий масштабний проєкт, да, він зараз викликає також багато питань. Це відремонтована вулиця Черняховського, п'ята фонтана, велика розв'язка, все добре нібито, але. Ось зараз воно запустилося, так? Да. Ну, давайте будемо чесні, не всі задоволені. Звісно, я повністю з вами согласен. И я даже могу рассказать, почему. Так, давайте. Ну, ни для кого не секрет, что улица Черняховского сегодня в нашем городе не похожа ни на одну улицу взагалі. Mm-hmm. Это первый такой пилотный проект европейского уровня, направления урбанистики, направления ближе к жителям и пользователям непосредственно наших улиц. Это пешеходная часть, это велодорожки, это уличная мебель, это места отдыха непосредственно на этой улице. И абсолютно новая система разметки на дороге и новые светофоры, которые впервые появились в нашем городе. Если говорить взагалі, конечно, проект новый, абсолютно легко воспринимающийся глазом, но очень тяжело пользуются автолюбители и люди, которые никогда в жизни не видели таких разметок. Давайте говорить откровенно. Mm-hmm. Это европейская практика, и мы видим, что сегодня велодорожка идет сначала по тротуару, потом она выходит на проезжую часть. Специальными столбиками, делиниаторами она выделена, специальным цветом выделена велодорожка. Много очень было критики и объяснений и вопросов, почему сделали парковку не так называемой елочкой вдоль улицы Черняховского, а параллельно дороге. Опять же, это все дает нам европейский опыт к подходу к таким глобальным проектом, потому что если мы говорим о том, что просто заменено было асфальтное покрытие, то это не путь к усовершенствованию. Так, але де будут паркуватися всі ці люди, які раніше там паркувались? Тобто зараз вже в ближніх дворах там вже дуже погано. І тут я з вами соглашусь. И опять же, это нужно для нас всех, для людей, которые пользуются автомобильным транспортом, людей, которые катаются на велосипедах, ходят по улицам нашего города. Треба якось врівноважувати. Нужно понимать. А я вам расскажу ту информацию, наверное, о которой вы, может быть, не знали, а может быть, многие одесситы не слышали. Сегодня на улице Черняховского находятся два паркинга. Паркинг в торговом центре «Пятый элемент» и паркинг в торговом центре «Сады Победы». А у нас не привыкли, к сожалению, пока автолюбители или пользователи автомобилей пользоваться паркингами. У нас вызывает, скажем так, негативную реакцию, когда на парковке к нам подходит человек и говорит, вот смотрите, тут паркомат, идите оплатите. Нам не подходит, когда мы заезжаем в паркинг и за там, час паркинга платим 10-15 гривен. Потому что мы привыкли, вот нам... Паркинги даже первую годину частіше дуже безкоштовні. Так вот все практически торговые центры первый час или первые два часа вообще бесплатно. Угу. Да, понятно, для нас с вами, когда мы вдруг выехали на улицу Черняховского, и она абсолютно поменялась, и мы едем из Киевского или Малиновского района, и нам нужно где-то остановиться, и мы, конечно, не можем найти этот участок дороги, да, мы повесим сейчас знаки, будем объяснять, рассказывать, что вот есть паркинг, пожалуйста, можете там припарковаться. Але люди кидают машины просто во дворах. И мы это тоже видим. А как с этим бороться? У нас... Не можно закрыть эти дворы, там они... У нас в департаменте транспорта есть специальный отдел, и наши инспектора по парковке, почему я говорю наши, многие mm-hmm. тоже одесситы критикуют, говорят, в Приморской районной администрации нет у вас таких специалистов. Наши, я говорю, это в городской власти, да. В муниципалитете. Да, есть инспектора по парковке, которые выходят на улицу Черняховского каждый день, объясняют нашим автолюбителям, как нужно себя вести на вновь, скажем так, капитально отремонтированной улице. Конечно, после того, как сделали новую разметку и новые парковочные карманы, начали заезжать во дворы. Угу. И это тоже не устраивает одесситов, потому что человек, который выходит со своего
подъезда и видит на зеленой зоне 10 новых машин, которых там никогда в жизни не было, его, понятно, это не устраивает. И он говорит, зачем вы сделали улицу Черняховского, они сделали... Ну да, нехай бы они уже там на Черняховского. Конечно, они нам на Черняховского не мешали. Но пропускная способность сегодня улицы Черняховского выросла в разы благодаря тому, что есть новая разметка, новая полностью система движения и велосипедистов, и автомобильного транспорта, что не дает бросать машину кое-как или как попало, как говорили в Одессе. Да, минус – это, конечно, машины, которые сегодня находятся во дворах. Опять ну же, и доки кто-то не пропарковался с аварийкой вот так вот на одной. С аварийкой паркуются практически везде. Мы понимаем прекрасно, что у нас есть автолюбители, которые ездят на машинах-джипах, который может заехать не только на бордюру, и но на велодорожку, он может на велодорожку заехать, он может на клумбу заехать, куда угодно для того, чтобы припарковаться, и технические характеристики машины могут это позволить. Да, у нас очень сложный, но комплексный подход к этому вопросу. И я вам точно могу сказать, я же не летаю на вертолете, я не пролетаю. Я точно такой же участник движения по улице Черняховского. Потому что вы как пешеход, велосипедист или автомобилист? Чаще всего признаю, как автомобилист. Зрозуміло. Ми раді зараз час особистих запитань. Особисте запитання у нас сьогодні перше. Я знаю, що у вас дуже багато освіти як лікаря, так? Тобто одна освіта, друга освіта, ви захистили кандидатську роботу. Що взагалі трапилось, коли ви вирішили ось усю цю освіту не використовувати, не працювати за фахом? Если сказать честно, то, конечно, в моей семье это поколение врачей, и бабушка была врачом. А вы вот такие коченята? Наоборот, я считаю, что как раз я выбрал тот путь, где я медицинские свои профессиональные навыки применяю в работе в районе. Потому что як це? Ну, я вам сейчас расскажу. Потому что самое главное – это слышать и слушать одесситов, жителей нашего района, потому что ничем не отличается прием председателя районной администрации, депутата любого уровня от приема у врача. Расскажу вам почему. Потому что врач собирает весь анамнез, это проблематику, с которой обращаются, и ищет пути решения проблем, назначает исследования, диагностику, лекарственные препараты. Точно так же сегодня у нас в районе работает. Мы выслушиваем одесситов, мы ищем, какие департаменты управления ответственны за решение этих проблем, и лекарственный препарат – это решение этой проблемы непосредственно во дворе у наших одесситов. Конечно, я с первого курса медицинского университета участвовал в общественно-политической жизни нашего города. Тоді воно все конечно, пошло, да, студенческая самоуправление. Все 6 лет моего медицинского непосредственного профессионального пути как студента и 3 года как уже интерна. Это все шло параллельно, и я просто принял решение, что мое КПД и мои знания намного более комфортно и качественно будут реализованы как раз в местном самоуправлении. Так, а вы родились в Одессе, выросли в Одессе, навчались в Одессе. Я понимаю, что одноклассники, однокурсники очень часто вам звонят с какими-то проблемами, так, как до начальника района. Так? А с какими проблемами и а что вы отвечаете? Ну, во-первых, я рад слышать, и я вам могу сказать, что я 6 лет назад был назначен мэром нашего города на должность председателя районной администрации, и так по секрету, мне за первый месяц моей работы позвонили мои одношкольники, одногруппники, которых я не видел многие-многие годы, и, конечно, не просто узнать, как у меня дела, обратиться с какой-то проблемой. Абсолютно спокойно я на это реагирую, и наоборот, я реагирую очень трепетно на обратную связь от моих знакомых и друзей, потому что вы же прекрасно понимаете, можно тысячу раз говорить о том, что ты хочешь сделать для района, что ты хочешь сделать для людей, но до того момента, пока к тебе реально не обратились за решением проблем. И каждый день такие вопросы возникают, и, конечно, я не говорю о том, что я пользуюсь своим статусом и пытаюсь как-то больше обращать внимание на людей, которые лично меня знают, чем от человека, который пришел ко мне на прием. Нет, я просто стараюсь действительно услышать человека, если в моих полномочиях и компетенции решить эту проблему, почему нет?
Ланок. А є у Приморському районі таке місце, яке пов'язане з дитинством? Ось коли ви стали до цієї посади, ви там щось зробили? Я вам могу сказать, что есть несколько таких мест, это и из детства, и, наверное, из студенчества. В детстве, ни для кого не секрет, я вырос и родился в Приморском районе, mm-hmm. и садик, и школа у меня в Приморском районе, это улица Кузнечная, 58-я школа моя родная, и мы увлекались баскетболом. И я вам могу сказать, что для меня это гордость, и совместно уже сегодня с заместителем мэра нашего города Павлом Владимировичем Вугельманом мы реализовали тот проект, который нам не снился в детстве. В Старобазарном сквере, когда это был просто такой, знаете, такой заброшенный парк в центре нашего города. Сегодня там одна из самых лучших баскетбольных площадок в нашем городе, и она работает, и она абсолютно бесплатна. На этот проект не была использована ни одна копейка бюджетных средств. Угу. Это нам дало возможность объединить предпринимателей, объединить сильных мира сего для того, чтобы реализовался такой проект в нашем любимом Приморском районе. И детки, такие подающие свои наверное, первые шаги в спорте, смогли там профессионально себя Так, проверить. Останнє питання. Чи вірите ви в Діда Мороза і що ви чекаєте? Ви, бо вже скоро Новий рік. Що чекаєте від нього? Конечно, ми віримо в Діда Мороза, і ми з предвкушенням кожен рік чекаємо цього новогоднього, яркого, сімейного, доброго праздника. И верим в чудеса, верим в сказки, загадываем желания. И, конечно, хочется как можно дольше быть в таком предвкушении праздника, настоящего такого трепетного праздника. Наверное, благодаря тому, что мы все родом из детства, и мы все загадываем желания и по большей степени, не только в новогоднюю ночь, нам дает это возможность верить в чудеса, в волшебство. Ну, а в этом отдельно взятом случае, в Новый год и в Деда Мороза. Я дякую вам, дякую. Иногда еще в гостях у нас сегодня был глава Приморской райадміністрації Марат Королев.